Всем привет, уважаемые друзья, меня зовут Артём. Давайте же распакуем сегодня очередную новую посылку из Китая, а точнее с Алиэкспресс. Я не понимаю, кто сейчас не находится, как бы все у меня было без треков, что ж такое тут жесткое. Давайте посмотрим, что давайте откроем. Оценили неизвестный закон, потому что там было все содрано, уже ее, походу, уже кто-то вскрывал, видно, то есть, вскрыто, вот. Также посмотрим, что там. Запаковали вроде хорошо. Что-то там такое странное находится. Я даже не знаю. Какой-то что-то пластмассовый коробок. Тоже вот такой. Возможно, это женские часы. Даже с кольцом, возможно. Где мы как-то запаковали? Вон, мне понравилось. Вот так вот мы безжалостно ее рвем. Эх ты. Какая-то бумажечка непонятная. Идет стилус. Я стилус не заказывал. Возможно, какой-то подарок. Смотрите. Такой довольно-таки, кстати, неплохой стилус. Я его не заказывал. Честно, может, что-то перепутали. Просто подарок положили. Что это такое? Эх, тут что? Это пришел чехол на мой телефон под названием X-Play. Тут ничего нету. Какое счастье, капец. Стоит такой чехол 250 рублей. Давайте же посмотрим, откроем. Это шикарно, я так долго ждал. Очень я ждала 20 дней, поскольку он еще и силиконовый такой. Блин, какой крутой чехол. Вот есть пленочка, да. Положили пленочку на X-Play. Вот, и положили тряпочку. Вот. И сам чехол, блин, он такой крутой, капец. На картинку он прям выглядит совсем не так. В принципе, я даже не понимаю, почему за него просят 250 рублей. Да, сейчас оденем его на телефон и посмотрим, как он будет смотреться. Итак, собственно, так вот выглядит он на телефоне. В принципе, он выглядит офигенно, только задним усом, то есть, видите, вот сам вот эти вот как бы клавиши блокировки и качель калибровки громкости, она как бы ушла в чехол. В принципе, нажимать возможно, но таким небольшим усилием. Вот. Давайте же посмотрим. Блин, ну вообще шикарно, мне кажется. Тут все как бы все совпало. Тут вход под мини-USB. Ой, даже, извините. Вход для зарядки. 3.5G все совпало. Все ровненько. Камера совпала, вспышка, все шикарно, смотрите-ка. Такой вот Джек Дэниел, такой вот он весь глянцевый, весь какой удобный. В принципе, держится довольно-таки хорошо. Стилус, вот такой стилус, он выдвигается. Вставляется в 3.5 джек. Я уже заказывала на подарок. У меня был немножко просто, как бы без вот такой выдвигающейся штуки, просто вот стилус. Давайте сейчас посмотрим, работает ли он. Стилус. Работает, все шикарно. Так, попасть вот туда шпикировку, это, в принципе, ничего страшного. В принципе, работает все шикарно. Такой вот чехол. Также стилус в подарок, прям большое спасибо. Идет пленочка в подарок. Пленочка. Это какая-то тряпочка, какая-то, наверное, аж больно. Такая, скажем так, бюджетненькая. Вообще какая-то на вся. Отвечивает, рвется. Но это ничего страшного. Такой вот у нас вот вставочка была. И пленочка. Где же пленочка? Вот пленочка сама. В принципе, у меня пленка уже есть. Она мне без надобности. Пускай мне лежит. Потом, если что-нибудь случится, я ее еще раз наклею. Вот. Что-то такое прилепилось. Вот такая у нас была шикарная, мне кажется, посылка из Китая. Я очень ждал. Долго упаковали. Все хорошо в этой вот упаковочке. Все, в принципе, вот такой вот комплект нам пришел. Стоит этот чехол, кажу, еще раз 250 рублей, по-моему. Вот, ссылка на него будет в описании, естественно. Заказывайте, просто не пожалейте. Мне кажется, шикарный чехол. Какой прям весь глянцевый, крутой. Джек Дэниелс. Все прям совпадает. Все, мне кажется, хорошо. Ну что ж, а это все на сегодня. Спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока.